Всем привет, с вами Спанч Боб. У меня были небольшие проблемы с записью, я ей запустил запись. Возможно, я еще не стоила шоу. Если вы видите мою мышку, я вниз стоила шоу. Ну, это увидите, я думаю, весь сайт Armored Games. Я шел немножко вниз, возможно, это видео, возможно, нет. Короче, сегодня мы играем в игру под названием Decision 2. Decision 2, не знаю, как это приводится. Кажется, выбор, хотя не знаю. Короче, в этой игре с первой части, и я в эту игру играл, но я играл на другом сайте, я в нее играю, там, прошло очень много довольно-таки. Я собираюсь проходить и на этом сайте тоже. Это очень интересная игра, напоминающая мне Iron Shooter. Ну, довольно-таки очень напоминает такой стильник, как Iron Shooter. Конечно, там много других игр похожих на этот стиль, но скоро вы все увидите. Я молчу. Короче, 19 дней спустя и раньше. Пока сцена, как чувак стоит тут. Так, игра сделала немножко в 3D. Видите, так как в 3D это все делается. Я буду проходить вот на съемку вот эту игру здесь. Ой, блин, мне залагала игра немножко. На съемку вот эту игру. Ой, блин, и мне лагает очень сильно. Я буду проходить на съемку вот эту игру на этом сайте. И буду еще, наверное, проходить вот эту же игру на другом сайте, только не на съемку. О, а что я могу бегать? А, мне нужно прокачать скилл на бегание, чтобы в этой игре можно бегать. И сразу говорю, что пистолет в этой игре самое лучшее оружие. Я сразу вам это скажу, потому что покачивать нужно в этой игре лучший пистолет. Я могу здесь... А, нет. Нет, концов. Могу что-нибудь похуже играть, чтобы игра не так лагала. Но нас только проедут. Все, мы выполнили. Да, мы еще не выполнили. Теперь мы должны быть оставшиеся зомби. В этой игре очень трудно находиться на последнем зомби, но в этой игре очень все интересно. Видите, такой стиль, похож на Iron Shooter. Тут еще есть там всякие разные задания, типа убить последних зомби. Там будет еще очень много всего, эту игру буду проходить. Это он занят в серии где-то 20, 30, 40, 50. Но какой-то так и уйдет. Но это будет сейчас пока небольшой обзор. И, кстати, у меня новая будет, это уже новая. У меня как бы рубрика снимания флеш-игр, а также еще есть рубрика, которая очень похожа на эту игру. Это очень солдат, кажется. А, нет, и зомби. Рубрика у меня еще, это очень похоже на рубрику, которая называется обзор этих симуляторов, но это будут флеш-игры. Как видите, сейчас у нас открыта вот эта ария, тут мы можем обыскать эту арию до самого начала, эту зону. А тут у нас прокачка, прокачка своего героя, вот как бы тут прокачка, вот эта штука, чтобы бегать можно было. Вот слушай, сука, вот это все шотган, там вот этот, о, шотган, я уже забыл. Вот лучше все, вот шотган, эти штуки, это самое худшее в этой игре, все эти оружки, это самые очень плохие оружия. Лучше всего качать пистолет, потому что самое лучшее оружие в игре. По моему мнению, ну, как, у вас может быть другое немножко, как бы там, вооружение, не знаю, как у вас. Также можете выбрать, как вы будете играть, можете играть с помощью кейборда, а вы можете играть с помощью мышки. С помощью играть мышки очень дебильно, хочу вам сказать, потому что я не понял даже, как управлять с помощью мышки, поэтому рекомендую играть только с помощью клавиатуры. Так, первый здесь тут опшн. Вот график ему. Сейчас, как вы можете играть графику? Такая самая... Вот так, самая лучшая графика. У меня будет с помощью из-за этого графики лагать. Давайте будем на вот этой графике. Теперь мы должны обыскать эту сити, то есть осмотреть там все тогда и... Так, мы начинаем. Теперь мы должны найти Tower, это... Tower, она забыла переводится, и Main Street, главная дорога, как бы... Ой. Я привык, потому что по этой игре все время бегаю, поэтому я нажимаю на Shift. Я... Не знаю, я могу, конечно, может, мне написать где-то прохождение со своим оригинальным, как бы, ну сколько я прошел по оригинальному, и проходить по вот этой игре. Вот, здесь секретные такие штуки. Ну, как бы, секретные штуки. Ну, короче,
Как это сказать? Ну, короче, можешь, как скажешь, как мне играть? Либо играть на, ну, как бы на новом таком, как бы на новом прогрессе, либо играть на старом таком прогрессе. Там очень много как бы прокачан, мой пистолет до конца прокачан, меня дигл. Аж целый. Сейчас мы играем с Риаэром, там потом будет Берена, потом будет Кой, потом как-то дигл. Ну, еще очень много всего будет, а потом все это покажу. Ну, будет сидеть не очень долго, потому что типа, игру я буду проходить, думаю, до конца. Еще буду также, наверное, играть в игру без вас. Ну, не вот эту игру, а вот там, в эту же игру, как на другом сайте, только без ссылки. Я уже вам это сказал. Тут зомби довольно-таки так. Ну, короче, что я хотел сказать? Короче, довольно-таки легко сначала-начала. С самого начала, но потом становится довольно-таки сложно. Там будет вообще очень много зомби ходить. Чего вот так, я не знаю. Ну, кстати, вы можете заметить, что я сильно заикаюсь, но просто я как бы не подготовил текст, поэтому я говорю, что попало. У меня по графику, наверное, будет еще хуже делать, потому что просто интересно играю. Но, наверное, когда будет не он вообще врагов, у меня будет игра супер сильно лагать. Тогда мне просто графику вообще на минимум поставить, будет супер пиксельная игра. Я думаю, не знаю. Ну, как бы мы все это сделаем, теперь нам осталось найти выживших зомби, а это занимает очень много времени, если их находить и убивать. Это очень скучно, был бы какой-нибудь радар, чтобы можно найти зомби. Кажется, такой радар существует, я потом убью, потому что этот радар нам очень сильно пригодится, чтобы не искать по 2 часа зомби. И запрягиться на съемку, и так, еще без съемки, но пригодится в любой игре. Ну, окей, я пытаюсь найти их. Но я пока выключу запись, когда останется где-то 5 зомби, я включу, потому что это будет очень утомительно. Так, на экране видим, что осталось 3 зомби, это последние 3 зомби. Сейчас проверю, включился запись, секунду. Сейчас я проверю, ой, блин, простите. Так, да, запись включилась, поэтому... Так, давайте продолжать. У меня проблема небольшая с флешем, что мне нужно отправить, когда их сохранять, флеш, чтобы всех убили. Это довольно-таки их трудно искать, но сейчас же эта штука, которая должна себе показывать, в принципе. Так, мы уменьшили опасность в этой зоне и прогресс еще в зоне увеличился, то есть мы прогресс еще есть. Так, мы должны прокачать сейчас. Я посмотрю, как это можно. Вот это такая. Вот эта штука, она стоит детектор. Это осмешка, кажется, чтобы их... Я сейчас закажу. Вот эта осмешка, она должна вроде бы сделать, так делать, чтобы враги, когда вы делаете насмешку, к вам из-за яка, к вам враги шли. А это делает что-то, что вы можете видеть врагов и, ну, объектив, когда там переводится. Ну, короче, главную задачу вы можете видеть с помощью этой штуки. Это очень полезная штука. И зомби можете еще видеть с помощью этой штуки. Это очень должна быть полезная штука. Ну, ладно, давайте последнее сделаем. Мы должны... А, нет, дальше будет последнее. Давайте так, мы клинап, можно сказать, сделаем. Мы должны сделать Tower Capture. Это Tower Capture, это чтобы открылись другие зоны, на которых тоже будет тогда. Если в других зонах, если мы будем очень быстро во всех зонах капчурить эти Tower Capture, то будет очень сложный гад, потому что нужно сначала все защищать, там делать очень маленький дейнджер, а потом уже капчурить Tower, какая-то Tower, башню, вот. Иначе тогда будет очень много денджера, и вы потеряете эту зону, там, кажется, теряется. Если очень будет большой денджер, то зона теряется. Поэтому играть будет очень сложно. Еще, мне кажется, что она на зоне потерялась, но вам описано, что она теряется. Так, вот тут мы пока должны начать найти генератор. Мы идем, мы ищем генератор, и одновременно встретимся от всяких зомби, как и крюгеров. С ломом. И одновременно игра лагает, но я думаю, вам это не сильно помешает. Пока что довольно-таки однообразная идея, но вы сами должны будете в эту игру поднять, потому что довольно-таки затягивать. Вот не с самого начала, когда... Вот с самого начала не очень затягивает, но когда у вас уже будет открыто очень много зон, когда у вас будет очень много всего открыто, тогда надо начать затягивать больше, потому что вы будете все это зачищать, защищать. Будет точно много интереса, когда уже появится бой сильный враги, там будет довольно сложно, там будет босс всякие разные. Довольно-таки будет сложно, довольно-таки будет намного интереснее. Сейчас это нам легко, а довольно-таки скучно, но потом это все будет намного интереснее.
я вам то гарантирую. У меня, ну, по крайней мере, Диме сюда, потому что лисы намного. Начался так, ну, я уже говорю, что сюда, да? Ну, ладно, потом уже все будет много круче. Пока мы ищем генератор и убиваем полчаса зомби. Ну, так, не очень много зомби, конечно, так, убиваем прилично зомби. Тут у нас целая дорога зомби. Игра довольно-таки подлагивает, если это не сильно мешает. Если это будет вам мешать, то напишите в комментариях. Я тебя сделал графику на видео. Не сам очень мешает. Так, мы пока убиваем зомби. Тут еще есть рукопашный бой. И вот наши жизни там. И... Да, кстати, без этого показывает. Ну, у нас бесконечные патроны во всех оружиях, поэтому патрон покупать нужно будет отдельно, они бесконечные. Как бы что упрощает и игру. И одна надо хорошо, а другая плохо. Потому что не придется покупать очень много. Фуй, там, тратить деньги на это все. Но плохо тем, что для хардкорщиков это будет довольно-таки не очень хорошо. Здесь меня слышно. Ну, поменьше за звук в этой игре. Так, мы убили пока что всех зомби, которые на экране, я видел. Мы, у нас пока, видите, так, мы уже зачем генератор, вот сколько процентов нам уже генератор активировался, сколько процентов, знаете. А потом, когда он, активируется до конца, то тогда уже нам откроются другие зоны. Там очень много зомби, поэтому я сейчас, наверное, в любом случае придется потом уменьшить графику, чтобы на записи не могло. Так, осталось без троих последних зомби. Где они могут быть? Так, один зомби здесь. Второй тоже здесь. Уже записи просто выключать. Конечно, третий. Не придет, тогда придется выключать. Третий не придет, возможно, где-то близ. А, вот, стрелочка пока уже здесь. Все, мы прошли все. Жоп сюда. Все, мы прошли работу. Нам, да, еще 1000. И видите, вот у нас будет высокая зон, даже где-то больше зон там будет. Даже больше зон. Тут у нас рейнджер 21 и 23. А давайте зачистим. Хотя нет, давайте не будем. Так же мы можем эту зону апгрейд делать, чтобы он там поменьше все-таки зомби приходило. А также можем просто поспать этот день. И просто зайти сюда и обыскать это место, чтобы найти все секретки. Давайте, знаете, что мы делаем на сегодня последнюю штуку? Прокачаем инженерию. И давайте проапгрейдим тавер. Мы можем чем угодно. А нет, мы не можем пока проапгрейдить, потому что у нас денег. Нет, давайте клинап сделаем. Ну хотя, в принципе, в этом очень мало смысла, наверное. О, мы еще можем закачивать варкрафт. Не, короче, все будет, все будет. Давайте сейчас быстренько это сделаем. Я пока. Не будет показывать, как его на всех убивать, но, ну, как бы, скоро стоит. Хотя нет, подождите, я сейчас закапчу убивать этот вархаус, покажу, где он находится, как бы, ну, все же покажу, а найду, он где-то должен вверху находиться. Ну, так я помню по своему, когда играл первый раз, ну, на другом сохранении, он должен быть где-то, вроде бы, здесь, нет, не здесь, а бы, вроде бы, здесь. Черт, сейчас покушаем. Ну, похоже, вместе мы будем, да, наверху, если наверху не будет. А хотя, в принципе, тоже будет. Вот он, да. А нет, не вот. Блин, я думал, а вот. Убиваем получше зомби, получим за это деньги, прокачаем тавер, пойдем прокачивать это, и потом уже потом захватывать другие, как это говорится-то, другие зоны, но это уже будет в следующей серии. Это не серия, а даже будет какой-то обзор. А потом уже будет геймплей, как-то до конца уже будет. Не знаю, ну, не знаю, но, конечно, попробую игру до конца пройти. Ладно, я не буду пока показывать, где эти зомби все находятся. Вы потом сами поиграете, найдете эти зомби. Пока я выключу запись. Так, мы начали запись, да? Начали. Теперь можем, да, мы можем это сделать. Также, пока мы проходим дни, у них увеличится Danger, но я думаю, мы этот Danger потом пониже сделаем. Так, мы заапгрейдим это. Ну, кажется, нет смысла, тут можно с чем угодно апгрейдить, тут, кажется, нет смысла. Тут как бы нет сильного выбора, что апгрейдить, она будет
все хорошо выглядит, надо лучше с машинганом обгрейдить. Ну интересно, можно, я не знаю, можно ли там это все вместе апгрейдить? И нужно только один. И то есть, и типа, ты только один апгрейд делаешь и все. И может, и там нужно. А если это не слышишь, ну ладно. А если, ну, надеюсь, можно все три сделать апгрейды сразу же. Ну ладно, давайте попробуем с машинганом апгрейдить это. А канон очень, кстати, похож. Кстати, канон очень сильно похож на какой-нибудь дробовик. Ну, а давайте машинган обыграем. И тогда я закончу серию. Вот, давайте, не знаю, короткая, не короткая серия, но как получится. То, что игру, я думаю, сильно мы затягивать не будем, сколько там уже времени. Ну, где-то минут 10, думаю, 20 прошло. Ой, мы пока защищаем генератор. Убиваем зомби всех. Я хватит, мне кажется, будет три куска искать, потом вот если приятно, но что ты делаешь. Фотки даже на своем начале не сделал, потому что настроение компульсивное нет. Знаете, кстати, что у меня видео очень редко выходит, потому что у меня очень мало времени. Я также, кстати, здесь все знают такой мультик по названием Маппет. Я как бы сделал, я как бы одну серию сделал, возможно, потом выложу, но я не обещаю. Я, конечно, делаю это очень прикольно, но я сделал, как я первый крабы будет. Я еще скоро выложу. Крабы, потому что я должен это делать, обещать, звуки вставить. Ой, 90% у нас прибокатывается от темы. Я очень молчу. Я очень не люблю людей, которые молчат, когда ты снимаешь видео. Когда они там снимают видео, очень долго молчат. Но... Молчу очень много. Конечно, трудно комментировать, наверное, играть, но... Я пытаюсь все силы, я хотел, конечно, взять засеть его, потом его комментировать, ничего не ну, ничего делать. И остался за один зомби. Пью хэдшот. Я сказал, хэдшот. Хэдшот, ну какого черта ты хэдшот не делаешь? В этой игре нет системы хэдшотов, к сожалению. Мне кажется, если он думает крит. Хотя нет, система хэдшотов все-таки есть, потому что иногда у них пропадает голову, значит система хэдшотов здесь есть. Ладно. Работа готова, а на этом я с вами прощаюсь, я буду спать. А, нет. Конечно, 6 денег, а, это очень нехорошо, что 6 денег. А, это мы потратишь, а ему будет. А мы потратим, это ты, да, ладно. О, записывайте. Danger. Короче, опасность показывает, как много противников будет. Danger. Я забыл, опасность будет, будет больше каждый день. И если вы его не будете. Если у вас не будет хороший тавер башни, ну, сильной башни, то эта ария будет потеряна, если опасность будет 90%. Ваша задача, как бы. Найти путь, как вот этот город взять под свой контроль. То есть мы должны как, вот этот город под свой контроль взять. И это будет наш город. В следующей серии будем как бы вот эти две базы захватывать. Когда у них будет уже очень маленький денчер, мы будем заканчивать серию. Но ну, а сегодня мы уже вот эту серию заканчиваем. Как раз пятый день. Прогресс 9 у меня в этой игре, прогресс 20. Ну ладно, это с вами все. Это с вами был Спанч Боб. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайк, пожалуйста. И комментарии пишите. Также подпишитесь на Ассасина и Мистера Берсера. Всем пока.